Открытие детских лагерей в Нижегородской области переносится, сообщил на своей странице в Инстаграм министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин. Угроза здоровью детей и педагогов остается очень серьезной, понимая эмоции родителей и положение самих лагерей, сообщил Сергей Злобин. Первоначально загородный отдых детей предполагалось начать 1 июля, но эпидемиологическая ситуация в регионе все еще не позволяет организовать работу сборных детских групп. Сергей Злобин не исключил, что детские лагеря могут открыться 10 июля. Сейчас разрешена работа только загородных центров изоляции. Туда выезжают организованные группы детей из социальных учреждений. Ирина Флягина, Время новостей.